На портале «Добродел» стартовал опрос о создании мест в семейных детских садах Московской области. Он продлится до 11 апреля, сообщила министр образования Московской области Ольга Забралова. Опрос проводится с целью определения актуальности создания дополнительных мест в семейных детских садах региона. Семейные группы являются альтернативной формой дошкольного образования, позволяющей родителям открыть филиал детского сада на дому, воспитывать детей по утвержденным программам и получать зарплату. На сегодняшний день в Московской области работают 34 семейные группы детского сада. Они открыты в 5 муниципалитетах – Наро-Фоминске, Коломне, Одинцове, Домодедове и Ленинском районе. Семейная дошкольная группа создается для 3 и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и является структурным подразделением муниципального детского сада. Для ее создания родителю надо обратиться в управление образования местной администрации. Занятия проводятся в домашних условиях или на территории детского сада. При этом сотрудники учреждения оказывают воспитателю, работающему удаленно, методическую и консультативную помощь и контролируют его деятельность.